שלום חברים, אנחנו לומדים בתוך כתבי רבש. Здравствуйте, חברים, мы изучаем статью Рабаша из первого тома. Важность веры, которая присутствует всегда. Учебные материалы можно найти на наших сайтах Свива Това и Система РУ. Там же задавать вопросы. Задающие вопросы в зале, пожалуйста, встаньте и задавайте вопрос в микрофон четко и ясно. Труды Рабаша, первый том, 417 страница. Статья «Важность веры, которая присутствует всегда». Вера — это ощущение Творца, ощущение отдачи, ощущение высшей силы, которая иногда приближается к человеку, а иногда охлаждается и оставляет его. Есть вера постоянная, которую постигают уже и тогда понимают, что это вещь постоянная, что это постоянное свойство, которое поддерживает человека, сопровождает человека. А есть вера, которая приходит и уходит. Но как бы то ни было, все постигается и удерживается, существует, если мы говорим о духовном, силой веры. Поэтому важность веры — это очень важная вещь. Нет у нас к чему еще стремиться, кроме большой постоянной веры, в которой мы чувствуем связь с высшей силой и находимся с ней в непрекращающемся объединении. Прошу. Важность веры, которая присутствует всегда. В книге Зоар задается вопрос. Сказал Раби Иуда, после того, как Творец обещал ему, Якову, все это, сказав, «Вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Почему же он не поверил? А сказал, «Если будет Господь со мною». И он отвечает, «Дело в том, что Яков сказал, мне снился сон. А сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон». А потом он сказал, «Если будет Господь со мною, как мне снилось, то будет Творец мне Господу». И надо понять вопрос, а также ответ на него, в смысле духовной работы, имеющей к нам непосредственное отношение. Что такое сон? И что это за обещание, которое дал Творец? И что это за условие, как сказал Яков, «Если будет Господь со мной, как мне снилось, то будет Творец мне Господом». Тогда он исполнит обет. И чтобы выяснить все это в смысле духовной работы, нужно начать с цели творения, которое создал Творец, а это нести добро своим сотворениям. И это называется, что Творец обещал дать творениям все блага. И, безусловно, надо понимать, что то, что Он обещал творение дать им все блага, конечно же, имеется в виду, что Он даст людям только те блага, которые подходят им.
К примеру, мы видим, что такое благо для кошек. Что когда они ловят мышей и едят их, это для них благо. И мы не можем сказать, чтобы то благо, которое он дает гадам и пресмыкающимся, он дал бы людям. И в категории говорящих, называемый человек, среди них тоже есть такие, у которых нет большого понятия, чем то, что называется благом у неживых растительных и животных. И уж, конечно, животным, например, дано то благо, которое соответствует им. А если бы им было дано другое благо, это называлось бы злом, ведь у них нет келим, которые могли бы ощутить в этом вкус. И аналогично с растительными и неживыми. То есть в самой категории говорящих следует различить неживых растительных животных. И это как сказано в предисловии книги Зор. И надо, чтобы ты знал, что все наслаждение нашего Создателя в наслаждении своих творений, в той мере, в которой творения будут чувствовать его, что он тот, кто дает, и он тот, кто наслаждает их. И тогда есть у него с ним большое веселье, как у отца, который играет с милым его сердцу сыном, в той мере, в которой сын чувствует и признает величие и достоинство отца. А отец показывает ему все сокровища, которые он приготовил для него. Из сказанного мы видим, что цель творения — нести добро своим созданиям, заключается в том, чтобы они достигли раскрытия божественности. И не имелось в виду материальное наслаждение, ведь все материальные наслаждения, от которых творения питаются до того, как они пришли к обретению отдающих келим, это только, как сказано в книге Зор, тонкое свечение от того, что искры святости упали в клипот. И в этом вся их жизненная сила. Тогда как главное благо и наслаждение обречено в Тору, облачено в Тору и заповедь. Однако, чтобы наслаждение, которое Творец желает дать творениям, было бы полным, произошло исправление сокращения. И это скрытие блага и наслаждения, заключенного в Торе и заповедях. Но для того, чтобы мир мог существовать до того, как они смогли получить благо, пусть они пока наслаждаются тонким свечением, упавшим в клипот. И от этого питаются обитающие в мире. Благодаря раскрытию существует место, где человек может приучить себя к тому, что все то, что он делает, будет ради небес, поскольку он желает служить царю безо всякой оплаты. Так как он исполняет Тору и заповеди без какого-либо раскрытия света, которое называется истинным благом и наслаждением. А после того, как он приучится к тому, что все его намерение будет ради отдачи, и тогда, если он получит благо и наслаждение, в этом не будет хлеба стыда. Ведь он получает благо и наслаждение не для собственной выгоды, так как и для самого себя он готов отказаться от наслаждений. А поскольку он желает насладить Творца, а сейчас он видит, что у Творца нет недостатка ни в чем, кроме одного, чего пока не достает, чтобы он смог на практике реализовать свою цель, то есть чтобы творения получали бы от него. И поэтому он собирается сейчас получить благо, чтобы насладить Творца,
Ибо только лишь этот Творец может получать от нижних. То есть, чтобы они могли получить, чтобы они получили от Него благо и наслаждение. А поскольку Творец желает насладить творение, творения тоже должны наслаждать Творца. А это называется совпадение по форме. Однако, чтобы прийти к совпадению по форме, называемому, что все дела человека будут только ради небес, требуется большое усилие, поскольку это против природы. Ведь человек создан с желанием получать наслаждение для себя. И человеку говорят, что он должен отменить это желание получать и должен обрести новое кли, называемое желание отдавать. И не каждый человек удостаивается этого, то есть чтобы он смог обрести эти килим, подходящие для него, чтобы в них пребывал высший свет. И чтобы человек мог прийти к желанию отдавать, сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И именно благодаря Торе он может прийти к отдающим келим. А также существует высказывание мудрецов. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека пересиливает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, выслеживает грешник праведника и ищет, как умертвить его. Если бы Творец не помогал ему, не выдержал бы он. Как сказано, Творец не оставит его в руках грешника. И имеется в виду это желание получать, поскольку оно отделено от Творца. Ведь, как известно в духовном, различие формы разделяет духовный объект, деляя его надвое. И как объясняется в предисловии книги Зоар, действительно, вначале следует понять, в чем состоит сущность скверной клипот. И знай, что это то большое желание получать, о котором мы говорили, и отдал его, то есть желание получать, системе нечистых миров Абия. И из-за него получилось, что они отделены от Творца и от всех святых миров. И поэтому клипот называются мертвыми. И то же самое грешники, которые устремлены за ними. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь заложенное в них желание получать, что оно по форме своей противоположно святости его, отделяет их от источника жизни, и они далеки от него, как далеки друг от друга, два полюса. Ведь в нем нет ничего от получения, а есть лишь одна отдача. А в клипот нет ничего от отдачи, а есть только получение для себя ради собственного наслаждения. И не может быть противоположностей больше, чем это. И из сказанного следует, что для того, чтобы у человека было совпадение по форме, чтобы он мог получать благо и наслаждение от Творца, человеку требуется большие усилия и большая помощь свыше, чтобы он смог победить зло в себе самом, то есть желание получать, и чтобы у него была способность использовать его с намерением на отдачу. Есть много людей, которые не удостаиваются этого, а тот, кто все же удостоился этого, это просто из разряда чудес. А теперь нужно выяснить наш вопрос о том, что написано по поводу Якова. Каким образом это учит нас
пути Творца тем, что Тора раскрывает нам его сон и обет, который он дал, а также то, что обет этот был дан на определенном условии. Как сказал он, «если будет». В Писании сказано, «И пробудился Яаков от сна своего, и взял камень, который он положил себе изголовьем». Известно, что камень называется Малхут, а Малхут называется верой. То есть то, что человек хочет понять, а понимание называется голова, рожь, то он берет то понимание, которое у него в голове, и кладет его под голову. То есть веру он помещает в голову, а свое понимание и знание он кладет под голову. Получается, что после такого расположения вера наверху, а знание внизу. И это называется вера выше знания. И так можно объяснить слова «и взял из камней этого места и положил себе изголовье». А слова «и поставил его памятником» означает, что он сделал, чтобы вера выше знания была бы его состоянием памятник. Мацева от слова «состояние» — «мацав». То есть его состояние, что он хочет построить здание святости, будет в свойстве веры выше знания. И это, как сказано, «и дал Яаков обет, сказав, если будет Господь со мною, то будет Творец мне Господом». Книга Зоар спрашивает об этом. Почему он не поверил, а сказал, если будет? И отвечает, дело в том, что Яаков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые, и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон. И надо объяснить, что такое этот мир и будущий мир в смысле духовной работы. Этот мир, Олам Азе, подобен сну. То есть, так как его толкуют, так он избывается. Как сказали наши мудрецы, все сны идут за устами. Как сказано, как он нам истолковал, так и сбылось. И на простом уровне понять это трудно. То есть, что как люди толкуют его сон, так он избывается. В таком случае, зачем же мне устраивать пост из-за дурного сна? Ведь есть простая идея, что можно пойти к друзьям, и они уж точно истолкуют сон к добру. Как сказали мудрецы, все сны идут за устами. И без сомнения есть объяснение на простом уровне. И объясним это в смысле духовной работы. Итак, Творец создал мир, чтобы нести добро своим творениям, и чтобы не было чувства стыда от блага и наслаждения, человек находится в этом мире, являющимся местом для работы, чтобы он смог обрести отдающий келем, благодаря которым он получит все ради отдачи. И благодаря этому тут не будет места для стыда, так как он получает все согласно заповеди, как сказано выше. И это, как сказано в книге Зоар, Творец обещал Якову все блага. Но он сказал ему это через сон, то есть в этом мире.
подобно сну. То есть так, как человек истолковывает его. То есть если человек идет путем Торы, выходит, что он дает хорошее толкование тому, что обещал Творец, создав мир с намерением нести добро своим творениям. Однако это обещание определяется как сон. То есть тем, что человек истолкует обещание нести добро, как то, что Творец хочет отдавать, он даст толкование, что как Творец отдающий, так же и человек будет делать все только лишь на отдачу. И это называется, что данное Творцом обещание нести добро, это при условии, что человек тоже даст это толкование. То есть нести добро, и это, как сказано выше, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты милосерден. Иначе получается, что если человек не истолковывает сон, как то, что обещание Творца было давать своим творениям, а он хочет обратного, то есть желает получать ради получения. Получается, что он толкует его козлу. То есть, что добро, которое Творец хочет дать, не может исполниться, так как он не подготовил подходящих келим, в которые могли бы войти добро и наслаждение. То есть, чтобы между ними не было разделения. Ведь, как известно, различие по форме разделяет духовные объекты надвое. И отсюда поймем, почему сон идет за толкованием. Имеется в виду, что то, что Творец обещал нести добро своим творениям, зависит от работы человека в этом мире. Ибо этот мир похож всего только на сон, и все зависит от толкования, которое ему дается. То есть, если толкование в этом мире к добру, то есть все, что делает человек, несет добро, то есть на отдачу, тогда обещание, данное Творцом, исполнится. А если толкование согласно злому началу, то сон, то есть работа в этом мире, о том, что Творец даст все блага, не может исполниться. И отсюда можно понять слова мудрецов: все сны идут за устами. Имеется в виду, что если человек произносит своими устами хорошие вещи, то есть всегда говорит, что нужно делать добрые дела, что все ради небес, а не для собственной выгоды, тогда сбудется хороший сон. То есть он удостаивается, как сказали мудрецы: мир твой увидишь ты при жизни твоей, а конец твой в жизни будущего мира. Тогда как если уста его истолковали зло, то есть, что он говорит, что надо заботиться о собственной выгоде, это дурной сон, поскольку он истолковал его козлу. Отсюда получается, что обещание Творца дать благо и наслаждение он дал в виде сна, то есть в виде этого мира, который подобен сну. И теперь мы можем понять условия и обет, и в чем важность этого обета, какое величие в нем заключено. Как сказал Яков, что если Творец исполнит все, что он обещал ему, что тогда произойдет? Он сделает нечто великое. Как сказано: а камень этот, который я поставил памятником, будет домом Господа.
И отсюда получается, что слова «и взял из камней этого места» означает, что он взял эти камни, то есть понимание и знание и мнение из этого места. Ведь у каждого есть свое собственное мнение, и в соответствии с пониманием всякого человека он должен идти путями Творца только в том месте, где обязывает его разум, но не против своего знания. И говорят, что затем нам и дано знание, чтобы мы понимали, что делаем. А он увидел, что несмотря на то, что у каждого человека есть свой разум, но он увидел, что Творец, создавая творение в природе желания получать, тут есть только одно мнение, то есть любовь к себе. Но каждый выражает свою эгоистическую любовь в своем собственном разуме. Однако одинаковое во всех них — это желание получать, и не более того. Как сказано, «и взял камень, один камень». То есть, как сказано выше, знание, которое называется камнем, он кладет себе под голову. А в голову он взял веру, и знание ниже веры. А обет был, если будет Господь со мною, то есть, что он удостоится встречи Ликашхины, и, как сказано, будет Творец мне Господом. В любом случае, я не возьму это как основу, а все здание моего Дома Творца будет основано на свойстве веры выше знания. И это, как сказано, а камень этот, который я поставил памятником, как сказано выше, будет Домом Господа. А теперь поймем важность обета, как сказал он, что если Творец поможет ему добрым толкованием, то есть, что он обретет отдающие келим, подходящие к тому, чтобы в них облачилось высшее благо. И это называется встречей Ликашхины. В любом случае, он желает пользоваться только тем камнем, который взял вначале, и сделал его, чтобы он стал ему памятником. То есть камень, который был внизу, в его изголовье. И тогда обет состоял в том, что несмотря на то, что он удостоился того, что Господь будет со мной и будет Творец мне Господом, а тот камень, который поставил памятником, будет Домом Господа. То есть, что он хочет оставаться в свойстве веры, даже когда у него будут все раскрытия. Получается, что вера есть и в Катнуте, и в Гадлуте. И отсюда мы видим важность веры. Ведь обет состоял в том, что даже в Гадлуте он не отойдет от нее. Не сменит веру на знание. Эта статья очень особая. И мы можем видеть в ней разные состояния наши, которые мы проходим. И с точки зрения действия, с точки зрения веры. И так больше понять отношение Творца к нам. Конечно, не все мы можем понять, потому что еще не прошли все этапы, о которых говорится здесь. Но немного уже касаемся этого.